Так, Андрюха с разгона. Да я видел, камера не была включена. Андрюха с разгону вошел просто. Тупо в стену. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Удар такой. Спецучасток. 150 баллов. Андрюха, ты не ударился? Чего пропустил? Я на горе стоял, все видел. И слышал. Есть видео? Бросайте. Вертикально или нормально? За воздух раскидал грязь. Вот это жесть вообще. Это жестяк. Веревка красная. Веревка красная. Ёпарасоте. Хороший тут, не хуже РФС. Все целое, да? Целое все? Это жестячок. Вот это ты отжег, конечно. Да каким ходом ты? Чё там, яма такая? Мало хода, да, говорит? Нихера себе, мало хода. Это тяга там при таком ударе. Это ж ты прямо шел, это тебя так развернуло от удара. Да. Вот это, блин. Вот это экшен. Ёханый бабай. Бумажка. Так, а что? Кто там будет? Ты надо сдать сегодня? А я откуда знаю? Так, приехала помощь. Ныряйте здесь не глубоко. Сейчас подтянет Макс. Ну, жестко зашел. Даже очень. Ну, вроде да, как все на месте. Вот после удара и мотор не слетел с подушек. Ты пришел, сразу же поломалась машина, да? Да, да. Почти. Так тебе видео продали? Да. А что, переднее колесо, короче, вышло из чата, да? Не, все нормально, чего. Сейчас вымут, посмотрим, что там. Либо тяга будет. Ну, может, тяга, да, скорее всего, потому что колеса как-то неравномерно смотрят. Передние. Слегка. Слегка. Давай! Андрюха, только вперед больше не надо. Пятьдесят первый мотор бэховский с коробкой. А, да, от удара разбулся. Целый, да? Да, так я его. Андрюха, только накачать колесо и можно ехать. Да. На вторую попытку давай. Целая тяга, да? Колеса стоят. Колеса ровно стоят, ну, нормально. Катится, надо подложить что-то. А вон льдину под заднее колесо.
Ну что, давай я так сделаю. Прошу, чтобы мне помогли. Ну, блин. Как хайджаком работает. Ты вроде с ним родился, Андрюха. Все на месте. Тяга панара чуть-чуть загнула. Самокрепление. Не, ну при таком ударе странно было бы, чтобы вообще ничего не согнулось. Чуть-чуть на бок отбивается. Ну... Это мы в прилук отворили на нюхал водю. Еще не пускается. Она до сих пор ездит? Да зад он поднялся. Да нормально можно качать. Да. Ты, мне нравится, что мотор на месте остался при таком ударе. Да не, ну ты что, это все. Это учитывалось. Учитывалось. Да? Да нет, нет. Ёлки, это... Слышь, давай, может, залупастый доделаешь мне. Я уже вот это думаю. Судя по этому удару и все целое, то у тебя хорошо получается. Говорит, давай, грязь будет как герметик. Может, накачается. Давай. Ну, она хорошо отпирает. Ну, все сильно. Еще пальчик. Вот так промажу хорошо. Ты сильно грязи, не багато не выковыривай оттуда. Ты не накачается? Да. А ниппель надо выкрутить. Без ниппеля, ну с ниппелем нет. Не получится точно. Посмотри где-то, поправить чуть-чуть. Сейчас, пусть наберет чуть-чуть. Ну, мы с той стороны тяну на себе. Надо снизу вообще поднять. А он же приехал. Леня приехал. Сейчас оно наберет большая площадь, объем. О, все, все, Андрюх. Подержите, пока наберет чуть-чуть воздух. Нет. Да не, ну что, без огня не берет. Лёня. Лёня там не остановится, я думаю. Не остановился. Это же мы приехали на это. Значит. Что не сразу левее? Так а что, нам надо баллончиков? Да не, ну он же оффроудом не дозанимался, что хочет еще. Болота почти не было. Сейчас увидишь, что охренеешь. Так, так, да. Такое даже ты не умеешь. Какое? Что выполнили? Что вы привезли? Знаешь, смазка, блин. Ну, а не то, сказали? Да? Нет. Карбоклинер, наверное. Карбоклинер. А это что, не оно? Нет, это смазка. Да тоже будет нормально. Давай качать. Давай качать. Литол. Горит пока это. Ну и что? А, там же чуть-чуть этого, да. Сразу спичку туда и пускай это. Сейчас будет экшен. Подожди. Да не, она не пыхнет. Не пыхнет, да. Было взять. Ну карпли. Ну колесо, я же тебе говорил, я раззуто. Не нашел. Я нашел для тормозного, для тормозных суппортов и вот это. Ну для суппортов оно и. Не подходит. Да.
Андрюха, давай вдвоем попробуйте просто подтянуть. Он поддомкратил, сейчас легче. Нажмите сюда. Леня поможет сейчас еще. Леня, ты же на бензине. Да, давай бензин тебе дам. А? Сливается. Сливается? Да. Ну, давай стакан наберем бензин. Давай. И дорожку сразу управляем. Сейчас, да. Не знаю, дадим. Да, сейчас будет экшен. Уже нема спичек. Валь, дай спичку. Зажигалка. А что не будем ловить? На. На, на. Подзимай. Красиво. Бегом, 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 бегом. Да не, оно так село уже, что не слетит. Все, можно ехать дальше. Все. Колесико накачано. Такого, конечно, удивляю. Значит, сделано как положено. С любой. И куда он поехал? Андрюха, стой! Ты с нами? Ну давай, да. Поехали. Вот такие приключения. Три болида мы, Андрюха. Если можно, не так, как перед этим. Ёханый бабай. Тут у него сиденье люксовое, как Панамере у тебя. Ухи-палки. Это опаснее бокала еще. Я забыл, что куда я попал. С нами еще не рано ездить. Я на рейндж-ровере с ним ездил. На рейндж-ровере. Ёханы, Андрюха, блин, ничего не видно. Ты видишь что-то? Нет. А, видно. По пробором. Ё, пробивает сзади. Да. Подожди, чтобы с карманов ничего не повылетало. Там фонара достает до рычага. Ёлки-палки. Да. Вот везет мне на этом участке дороги тут. Я попадаю в какую-то жесть все время. Бокал меня тут с утра в багажнике вез. Да, так он на V8 тут, представляешь, что он тут вытворял? Я думал, что все уже. Значит, что не будет? Ну, машину объехал, по крайней мере. Что-то вы едете, да? Нет. Залечи, да? Это что, вроде есть колея. Колея вроде. Там дамба. Дамба же правее. За дамбу, да? А, ты уже переехал дамбу? Андрюха, подожди, тут дорога неровная, не спеши. Еще завтра тебе участвовать. Береги машину, я тебя прошу. Да сколько же ей можно крутить? Так неплохо идет. Но тут хорошо, что тент вверху. Головой не ударишься, в принципе. Особо. Не обо что. Я вот туда наводил. Да, нормально, дубасим. Такой яркий день. Да нет, не стремы. Вот тут я на дороге в палатке в прошлый раз ночевал, перед этим съездом вправо. Так, ну тут лагерька, все в кострах и во внедорожниках. На месте. Всем пока, друзья. Подписывайтесь. До встречи.